В наше время к школьной форме покупатели предъявляют высокие требования. Помимо традиционного указания на принадлежность к образовательному учреждению, выполнение важной дисциплинирующей функции, она должна быть комфортной, элегантной и многофункциональной. В магазине «Детский мир» к учебному году представлен большой выбор школьной формы и обуви. Бельевого и спортивного трикотажа, чулочно-носочных изделий и рюкзаков. Основными поставщиками являются предприятия концерна «Беллегпром», но достойный ассортимент предлагают и частные производители. Калинка, Жлобинская швейная фабрика, Новогрудская швейная фабрика, фирма Тирада, фирма Панда, фирма Надекс. Одежда очень модная, удобная, и в носке, красиво смотрится. В нашем магазине предоставлены скидки по дисконтным картам Санта. Постоянные, по 10% скидке многодетным семьям, семьям, воспитывающих ребенка инвалида, по санаторным книжкам. Также наши поставщики предоставляют нам скидки. Огромное количество желающих приобрести форму, выбрать ее. Примерочные у нас не пустуют. Вот и будущая первоклассница Аня Баянчук уже выбрала несколько вариантов на примерку. Я сегодня пришла с мамой и папой выбирать себе что. Взяли в примерочную очень много вещей и выберем самое красивое. А что тебе больше всего нравится? Блузка и юбка или, может быть, брюки, может быть, сарафан? Блузка и юбка и сарафан. Что касается цен, то комплекты для мальчиков делового стиля из брюк, рубашки и жилета можно купить от 107 до 250 рублей. Школьная форма для девочек из блузки, юбки и жакета от 86 до 307 рублей. Туфли для девочек от 87 до 139 рублей. Полуботинки для мальчиков от 100 до 157. Стоит отметить, что в детском мире найдется форма на любой вкус и кошелек. Это отмечают и родители, и сами школьники. Дизайн очень хороший, не шортики очень сильно нравятся. И сарафанчика взяла пару штучек, чтобы посмотреть, потому что очень большой выбор. Шикарный выбор и качество отличное. Одежда тут модная, современная, удобная. Моя цель – купить брюки и блузку, но присматриваюсь к сарафанам, платьям, юбкам. Первоклашку одеваем в школу. Вот, и вообще мать многодетных деток, мы одеваемся. Здесь, ну, смотрим, конечно, нравится. Тут хбшные, то, что блузочки. Можно купить для ребенка, это, мне кажется, самое хорошо. Ну, в принципе, все комфортно и уютно здесь, все в одно, и помериться можно. Я пойду во второй класс. Я хочу тут купить красивое платье и какую-нибудь блузку. Мы сейчас выберем, что мне нравится, и пойдем в примерочную. Ну а как ты считаешь, для девочки твоего возраста достаточно богатый ассортимент в этом магазине? Много ли вещей красивых, модных, хороших? Ну да, тут красивые вещи, удобные. Удобно, стильно и практично. Такой и должна быть школьная форма. А тех, кто еще не успел ее приобрести, ждут в детском мире, ведь времени до 1 сентября остается не так уж и много. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ».